Всем привет, я Пока Андрита, фитнес-инструктор. Сегодня мы будем выполнять упражнение планка. Планка – статическое упражнение, в нем движения нет, поэтому самое главное – держать правильно тело. Ну что, приступим. Опускаемся, ложимся на живот, встаем на плечи, 90 градусов в руках, встаем на носки, приподняли живот, ягодицы, бедра, остаемся в одной прямой. Поясницы не прогибаемся, вниз не опускаемся, высоко тоже ягодицы не поднимаем. Стараемся чувствовать, как напряжены мышцы живота. И остаемся примерно на 10 секунд. Для новичков это будет достаточно. Довольно примерно до 2 минут. Дыхание спокойное, ровное. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Опускаемся. Можно отдохнуть. Отдохнули и можно усложнить. Снова встаем на предплечье, также 90 градусов. Собираем уже ноги вместе. Встаем на носки. Также держим одну прямую и задерживаемся. Ноги вместе, живот напряжен. Все тело в напряжении. Стоим также 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаемся и снова отдыхаем. Заканчиваем упражнение и совет для новичков. Кто вообще первый раз делает планку, начинайте от 10 секунд, каждым разом добавляйте до 20-30 секунд. И потом уже по минутке примерно 3-4 подхода. В конце отдыхайте. Всего вам доброго, занимайтесь спортом. Пока!